И разыграем вот этот вот наборчик среди вас, дорогие друзья мои. Слушайте, они такие гибкие. Ну вот на кваке третий. Эта мышка мне прям зашла. Привет, друзья мои. Не так давно, а может и давно, я анонсировал то, что по вашим просьбам я решил все-таки заказать геймерские девайсы. И сегодня у нас на этом столике наушники, клавиатура и мышь. Это то, что вы мне скидывали, чтобы я заказал на обзор. Давай смотреть. О-хо-хо. Да, детка. Ну, мышка, конечно, запакована фуфлыжненько. Блять, сука, не мог коробку, блять, положить, пакеты эти? Ого-хо-о. Так, так. Слушайте, ну на ощупь хорошо. Прям вот, прям классно. Слушайте, они такие гибкие. Вот эта штука хорошо, зачет. Офигенно, как они на ушах сидят, чуваки. Микрофончик, вот. Шикарно. Так, что у нас по проводу? По описанию, я помню, там было что-то типа USB и джеки. То есть у нас получается, она может эта штука работать как по USB, так и по джеку, по мини-джекам. То есть 3,5 получается. USB-шечка, у нас отдельный джек под микрофон и под сами, значит, наушники. И еще продаван положила, может, это и в комплекте, вот такой переходник для того, чтобы мы могли одним джеком пользоваться и микрофоном, и наушниками. Все это дело мы посмотрим. Так, переключатель on-off, скорее всего, это микрофон. И прибавление, убавление громкости. Все это дело я пощупаю, и уже после этого я все, как говорится, скажу, что мне нравится, что мне в них не нравится. Русского языка не завезли. Ну и хрен бы с ним, тут, в принципе, нечего читать. Положим сюда. Так, насчет мыши. Опять же, внешний вид, ну, прикольный такой. Пока тоже ничего не могу сказать, надо будет поюзать ее. Клава. Здесь у нас написано прям Gamer Choice, выбор геймера. Ну, давайте посмотрим, что тут. О-хо-хо, да, это та самая красная клавиатура, которую я анонсировал в паблике в ВК. Ну, слушайте, нормально. Ну, пинцетик для удаления кейкапов. Ух ты, тяжелая. Я думал, это будет пластик, а это металл. Красота. Так, убираем это в сторонку. Ну, хорошо, хорошо, хороший провод. Плетеночка, толстый довольно. Механика хорошая. Опять же, поюзаю, посмотрю, что она из себя представляет. Полноразмерная. Enter здесь плоский. Скорее всего, это все это дело с подсветкой. Скелетончик у нас. Теперь осталось мне поюзать ее, посмотреть, что она из себя представляет. И уже в этом же видео. Нет, это будет не в отдельном, это будет в этом же видео. Отлично, отлично, прорезинено. В этом же видео я все, значит, расскажу свои впечатления и эмоции о данных гаджетах. Монтаж. Ну, что я хочу сказать. Я не разочарован вообще ни в чем. Очень годные девайсы. Я вот тут подумал, давайте-ка мы соберем на этом видео 5000 лайков, а для вас это вообще плевое дело, и разыграем вот этот вот наборчик среди вас, дорогие друзья мои. Разыгрывать мы это будем все на стриме, но только не у меня, а на канале Crazy Gringo. Ссылочка в описании. Я не особый игрок в CSGO, но вот на кваке 3 эта мышка мне прям зашла. При резком развороте нет никаких проскальзываний и срывов мыши. С рейлгана наказывать мерзавцев — вот прям одно удовольствие. Я не могу ручаться за подставки, которые находятся снизу этой мыши. Сколько они продержатся, но камон. Эта мышка не стоит огромных денег. От себя я могу сказать, что мышь удобная в руке, не скользит и уверенно движется за направлением курсора. Рука также не потеет. Но опять же, это все мое субъективное мнение, и эта мышь нравится лишь мне. А вот что касается клавиатуры, то вот здесь я особой разницы, прям дикой разницы в нажатии между той же MotoSpeed CK104 и Red Dragon Varuna я не ощутил. Серьезно, здесь те же самые атемовские блюсвичи. Здесь, мне кажется, просто дело вкуса. Кому-то нравится большой Enter, кому-то плоский. Кто-то предпочитает полноразмерный, кто-то довольствуется коротышами, кому-то закрытая, кому-то скелетон нравится. Здесь все дело
просто в вкусовом каком-то предпочтении. Здесь также имеется светодиодная подсветка и приличное количество пресетов свечения, но в отличие от той же Moto Speed Red Dragon, цвет клавиш здесь фиксированный. К минусам могу отнести отсутствие русских букв на кейкапах, но я как-то уже привык писать вслепую, и мне это вообще не проблема. А вот наличие металлической пластины — это плюс. Также мне понравилось то, что здесь фиксация на столе как при сложенных, так и разложенных ножках. Добротный длинный плетеный шнур, который, кстати, вы можете проложить в нужную для вас сторону, для чего в конструкции имеется 3 желобка. Мелочь, а приятная. Я считаю, что это отличный вариант за 2300 это бюджетной механической клавиатуры. А вот теперь мое любимое. Ушки. Уши достойны тем, что они сбалансированы по звуку, нет никакого намека на перегруз по басам, так оно и не нужно в игровых наушниках. Как уже было видно при распаковке, наушники имеют 2 джека и USB, которые служат питанием для той самой подсветки. Также регулировка громкости и мьют микрофона. Рама не жесткая и обнимает голову ровно настолько, насколько нужно. Она очень подвижная и гибкая. Амбушюры и оголовья приятные к телу и выполнены из мягкого материала. Визуальной фишкой этих наушников, конечно же, является с обеих сторон подсветка. Также подсвечивается кончик микрофона, на который сейчас и идет запись. Качество записи вы можете оценить с того момента, как я начал говорить про эти самые наушники. Ну, вот как-то так. Еще добавлю то, что я провел с этими девайсами 4 дня к ряду, играясь в разные игрушки. Некоторые подписчики видели меня, как я гамился на стримах. И я вам скажу так, что никакого дискомфорта ни с клавиатурой, ни с мышкой, и тем более с наушниками я не ощутил. Наушники просто офигенные. Это вообще отдельная песня, и поначалу мне не хотелось их разыгрывать, но мои товарищи меня все-таки убедили. Разыграй весь набор, что ты жидишься. Ладно, фиг с ним. Короче, набираем 5000 лайков на этом видосе, и мы разыгрываем на стриме вот этот вот геймерский набор. Пока! Нихера себе! А откуда у тебя столько игровых гаджетов? Дай-ка бояться бы! Кот! Ну сколько дай-ка бояться, если хотя бы, да? Кот, нахер тебе, ты не умеешь играть! Как это нахер? Дай поиграть, я есть плаку! Хочешь, я тебе с плаку надеру? Я тебя надеру в плаку! А ты не я? Кот! Ты что, чемпион, что ли? Чемпион! Давай, я тебе сейчас быстро задницу надеру, поняла? Я тебе надеру задницу. А что, зашел? Пошли. Ну пошли. Я тебе сейчас быстро очко порву. Я тебе дамочку порву. Порву.